Туман в глазах, появление черных пятен. Офтальмологи рекомендуют обращать внимание на эти и другие тревожные симптомы и не откладывать поход к врачу, чтобы сохранить свое зрение. Помимо прочих заболеваний еще могут быть возрастные изменения и разных структур глаза, поэтому, конечно, после 40 лет очень важно хотя бы раз в год показываться окулисту. Наша диагностика включает в себя 7 стандартных исследований, которые пациенты проходят в один день. Мы устанавливаем им точно диагноз, и своевременно проведенная диагностика и выявление причин снижения остроты зрения позволяет достичь очень хороших результатов. Мы помогли в нашей клинике уже 1000 пациентов. Мне позвонила сестра, я сам из города Волжской, это на левом берегу Волги, что ее маме, это моей тете, сделали операцию. И очень удачно. Но решил поехать в Краснодар. И я остался очень доволен. Обслуживающий персонал. Очень внимательные, вежливые люди. А доктора – это профессионалы высочайшего качества. Акция продлится до 15 октября. Пройти комплексную диагностику зрения со скидкой 50% можно в центральной клинике в Краснодаре или в любом из 16 диагностических филиалов края. Адрес в Сочи – курортный проспект 73. Остановка Светлана. Телефон 262-76-16. Сайт 3z.ru.